Сейчас еще один новый трек сыграем. Этот трек на самом деле немножко непростой для нас, потому что на него повлиял один из интересных американских английских электронщиков. Пока не будем говорить кто. Но мы просто ассамблировали его, смотрели, что у нас получится. И, в принципе, у нас получился такой довольно-таки, не столь экспериментальный, но мы попробовали что-то сделать с сэмплом его. Вот, и вышли к такому треку. В общем, сыграем его, а там дальше вернемся к старенькому. Mm-hmm.
Спасибо большое.